Трибуны были заполнены, распроданы все билеты. В дни гонок олимпийскую столицу посетил президент страны Владимир Путин. За соревнованиями также следили зампредседателя правительства России Дмитрий Казак и губернатор края Вениамин Кондратьев. По их мнению, проведение спортивных событий такого уровня даст новые импульсы к развитию постолимпийского Сочи. Дополнительная жизнь для всех, для всей олимпийской туристической инфраструктуры, которая была создана в период подготовки к Олимпийским играм. Это дополнительная возможность по использованию олимпийского наследия. Повышается таким образом бюджетная эффективность тех вложений, которые, тех инвестиций бюджетных, которые были вложены в развитие всей инфраструктуры города Сочи. 150 тысяч зрителей, которые на этом ярком зрелище в течение 4 дней, они влияют только положительно, естественно, поддерживают вот тут сегодня спрос города Сочи и отдыхающие, и туристы, и в том числе вот эти зрители, которые присутствуют на трибунах, конечно, способствуют тому, чтобы и бюджет наш пополнялся, и, конечно, в целом город Сочи жил. Победителем Гран-при России Формулы-1 стал Валтери Боттас. По окончании заезда его лично поздравил Владимир Путин. Добавлю, что королевские гонки Сочи принимают уже в 4-й раз. И по условиям контракта проходить соревнования Формулы-1 в Олимпийской столице будут до 2020 года.